Всем привет, и у нас с вами очередная распаковочка. Вот такая посылочка квадратная приехала очень быстро из Китая в Горно-Алтайск, добралась всего-навсего за 17 дней службой СДЭК. Продавец спросил, какую службу высылать, там было две на выбор, не помню, какая первая, там что-то долго, и СДЭК за 17 дней. Я согласился на СДЭК, и действительно 17 дней посылка приехала, при этом я за доставку ничего не доплачивал. И здесь у нас магнит, как вы знаете уже из названия. Я посылочку вскрыл немножко при получении, проверял. Давайте на него посмотрим. Продавец вложил свою визиточку. Такая визиточка от продавца. Ну, естественно, с просьбой поставить 5 звезд. Но магазин хороший, у него очень большой выбор магнитов, неодимовых магнитов, самых разных. И доставка очень быстрая. Так что продавца, по крайней мере, за это я уже могу рекомендовать. Что касается магнита. Магнит у нас размер имеет 50 на 30. И видите, монетку я сначала не понял. Продавец положил в подарок вот такую монетку. Вот не знаю номинал. Либо это 1 юань, либо что-то поменьше. Если кто разбирается в китайских деньгах, напишите, пожалуйста. Буду признателен. Вот такая монетка от продавца в подарок. Магнит сделан из материала N35. Это не самый сильный магнит. Есть магниты намного сильнее. Ну как, не намного, но есть магниты сильнее. Например, из материала N42, либо N52. То есть, вот такой магнит, в принципе, он очень мощный. Но вот смотрите, вот по монетке, как она сейчас просто прилепилась. Этот магнит будет очень хорошим приобретением, скажем, для пожилых людей, которые что-то рассыпали на полу, например, иголочки, и их найти, потому что видите, с какого большого расстояния просто даже монетка прилипает. Маленьким магнитиком найти будет иголки те же тяжело, или гвоздики маленькие. Давайте попробуем потерять иголочку. Вы ее видите? Вот так вот я ее кинул, допустим, и мы ее не видим. Берем наш магнит. Только не подносим его близко к камере. И даже не прикасаясь к полу, все, мы подняли нашу иголочку. Оля постаралась, кинула вот сюда еще две иголки. Ну, давайте попробуем. Пум. Все. Вот для чего нужна вот эта вещь. Да не только пожилым людям, а любым людям, даже нам. Да? Вообще обалденная. Тебе нравится? Ты довольна? Поиском иголок? Да. Вот. А ты довольна? Да. Замечательная штука. Когда делаете ремонт, допустим, у вас инструменты мелкие, гвозди собрать, рассыпать, штука незаменима. Только держите ее именно вот в пакете, в целлофановом. Иначе, ну, убрать особенно мелкую такую стружку металлическую с него будет проблематично. А так из пакета вытащил, и он чистый. И положил в другой пакет. Мощнейшая штука. Ну, а любителям всяких всевозможных там хаков со счетчиками, возможно, этот магнит не подойдет. Потому что этот магнит способен остановить не все счетчики. Вот если говорить о водяных счетчиках, то счетчик Novator LK15 этот магнит еще остановит. Но водяной счетчик SV15G. Вот этот счетчик этим магнитом не остановить. Вот я открываю воду. Видим, что счетчик у нас заработал. И вот если бы этот магнит был из материала N52, вот в этом положении счетчик бы уже у нас остановился. Но, как видим, в данном случае этот счетчик не останавливается. Счетчик Novator остановится. У меня, кстати, про это есть видео, где я показываю, как похожий магнит
останавливает счетчик новатор. Так что магнит, в принципе, не сильно дорогой. Магнит очень хороший. Продавец присылает очень быстро. Еще и монетку дает в подарок. Так что магнит рекомендую. Ну, а кому нужен магнит N52, который мощнее, килограмм на 50, наверное, будет мощнее. Этот где-то килограмм 100 на разрыв. Такой же магнит из материала N52 дает, вот не помню, то ли 120, то ли 150 килограмм на разрыв. То есть, немного мощнее. Но зато тот магнит подходит ко всем счетчикам водяным. Этот подходит не ко всем. К электросчетчикам, не электронным, подойдет ко всем. Но имейте в виду, остановка счетчика — это противозаконное действие. Поэтому не советую этим заниматься. Лучше использовать его по назначению. Что-то к чему-то примагничивать или искать потеряшки. Очень хорошо привязывать и доставать ведра из колодца. На этом я прощаюсь. Ссылочки внизу. Выходите, смотрите и покупайте. Продавец замечательный, проверен, высылает очень быстро. И магниты качественные. Всем пока. До новых встреч.